крайне было очень понравилось. Здорово. Неплохие впечатления, но как-то мне самой взрослый не очень понравился представление, потому что какие-то новые образы, например, волк с пистолетом, он совершенно не вписывался вообще в картину спектакля, и нужно было изобразить злобу другим образом. Вообще детям было вначале страшновато, нам было страшновато. А так в целом неплохо. Очень понравился голос автора. Да, был очень такой мягкий, который все, вот какую-то агрессию спектакля косил. Слушай, ребенок слушал, ему 4 года, но он... До 4 лет это понятный спектакль. Но там дети сидели разные. Вы знаете, от ребенка зависит. Но вот наш слушал, впереди нас мальчик и меньше тоже слушал. Правда, впечатление, очень хорошо. А ребенка? Вообще, конечно, мы первый раз в театре кукол, поэтому очень понравилось. Особенно малышам. Восхитительно. А как вы думаете, для какого возраста этот спектакль? Ну, спектакль вообще, конечно, вот я считаю, от 2 лет вот, до 5, самый вот такой вот актуальный. А приходилось что-то объяснять самому маленькому? Ну да, конечно, где-то немножко один раз испугалась, но в общем, в принципе, все прошло хорошо, то есть зря боялись. Ребенку вроде понравилось, да. Вначале не поняла, а потом понравилось. Смотрела... А страшно было ребенку? Нет, смотрела на одном дыхании. Очень понравилось. Мы издалека приехали, нам очень понравилось. Угу. А что понравилось? Что тебе понравилось? У нас не очень общительно. Ага. Ну, сам спектакль артисты понравился очень. Первый раз в вашем городе. Спасибо. Спасибо. Понравились. Самое главное, ребенка впечатлили. Спасибо. Понравилось. Все. Еще вернемся.